Всем привет, ребята! Сейчас я вам сделаю видеообзор вот этой вот башни 14-этажной. Именно башни серии P30. В чем в нем особенность? То, что это именно башня. Обычно серии P30 имеют при себе много подъездов, от двух и более. А вот здесь вот всего-навсего один подъезд. Это единственный дом в Москве, которая P30 серия имеет один подъезд. Ну что, поехали. Входная дверь. Такой вот домофон Marshall. Вот так вот он звучит. Квартира в доме 55. Адрес Большая Грузинская, дом 37. Это все в описании есть. Светильники для уличного освещения, как вы видите, еще советские стоят. Не менялись с самого момента постройки дома. Сейчас мы попробуем зайти внутрь. Вот набор универсальных ключей, вы видите. Но суть в том, что этот домофон фильтрованный. Тут не подходит ни один ключ. Проем для ключей тут совсем другой. Как вы видите, ни один ключ тут не подходит. Вот тут зеленый еще как-то. Ну и то ошибку показывает. Так что единственный вариант — ждать жильцов. Больше никак. Вот мы вошли в подъезд. Вот так вот он выглядит. Почтовые ящики такие тут с разных сторон. Эта серия очень напоминает на серию P46 и P47. Они фактически ничем не отличаются. Ну, отличаются, конечно, но мало чем. Там фасадом немного. В сериях P46 и P47 есть небольшой проем в балконах, а в серии P30 сплошная стена. Имеются два лифта пассажирских. Лифты здесь старые, 1989 года выпуска. Вызываем. Заходим. Приказная панель PL78-15. Едем на последний этаж. Это жилищный кооператив. Тут стоят камеры. Так что за этим домом следят. Лифты, как вы видите, достаточно в хорошем состоянии. Хотя консьержа тут нет, как вы уже видели. Этаж. Сейчас мы выглянем на окошко. Видим Брестнинский район. На улице зима. Слякоть кругом. Много тут искусственных растений понавесили. Тут находится машинное помещение. Оно тут закрыто, к сожалению. На каждом этаже 4 квартиры. Вот эта лестница, это мусоропровод. Это уже живое растение. Кто-то из жильцов решил прям на мусоропровод повесить. Не знаю почему. Но да ладно. Мы спустились на этаж ниже. Так,
11 этаж это. Тут тоже растения кругом. Что, вызываем лифт? Мотор лифта тут достаточно громкий, мощный. Достаточно быстро лифты ездят. Привод дверей тоже очень хороший, плавный и мощный. Едем на первый этаж. Лампы в плафоне всего две штуки горят. Тут, по идее, третья лампочка. Ну-ка, его еще тут открывать можно. Вот мы шахту видим. Вот такая вот замечательная поездка. Давайте мы на этом сейчас прокатимся. Вот это этажное табло. Сейчас лифт наверх поехал. На четвертый этаж приехал. Жильцы приехали. А мы пока садимся на этот лифт. Давайте поедем на восьмой этаж. Так. Тут тоже стоит Bell 7815. Тоже две лампочки горят. Так. Лампочка неисправная. Пора ее уже менять. Едем обратно вниз. Сейчас мы зажигание посмотрим. Кнопки, как вы видите, большинство горят, но не все. 11, 12 тут не горит. Так, уже приехали. Так, дверь шахты тут не оригинальная. Тут ее видно, что меняли на более старого образца. Так, это тут на первом этаже стоит. Да, давайте еще на нем прокатимся. Вот, кнопка залипла. Бывает же такое. Видно, газировкой тут промыли ее. Теперь она заедает. Так. Теперь едем мы, допустим, на восьмой этаж. Мы хотим вернуться обратно на 11 этаж. Нажали кнопку стоп. Мы едем обратно на 11. Только кнопка стоп, как ни странно, почему-то кнопка закрытия дверей. Так, что она залипла? Вот, отлипла наконец-то. По идее, кнопка стоп должна быть вот эта красная. Она, как видите, не работает. А работает вот эта кнопка, которая не должна работать. О, лифт на этаже открылся. Едем дальше вниз. Вот такая вот тут необычная система.
лифт наверху стоит. Едет вниз. Так, ладно. Мы тоже пойдем уже. Ну вот и все. Короче, ребята, если вы хотите, чтобы чаще выходили такие видеоролики, а именно обзоры серии домов всяких разных, все зависит от вас. Если вы будете больше лайков ставить и больше писать комментариев, я с удовольствием и с радостью буду выпускать вам вот такие крутые ролики. Всем пока!